На меня можешь навести. День добрый, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня буду готовить лепешки для лаваша. Взяла 400 грамм манки, 201 чайную ложку соли без горки и 220 грамм крутого кипятка. Вот залила и добавила, когда залила, перемешала лыжкой и добавила 2 столовые ложки олею или масла подсолнечного. Вот такое у меня получилось тесто. Сейчас положу в целлофановый пакетик. 30 минут будет растаиваться. Так, тесто у нас такое получилось. Разрезаем на 2 части. Раскатываем. Все. И нарезаем на ковалочки. 2 Накрываем пленочкой и отпочивали. Обмакиваем в крахмал или мэнку земляничану, лепи в кукурадзяну, с кукурузы крахмал, но так как у меня нету с кукурузы, значит в такой. Промазываю, раскатала 2, промазываю маслом или олеем. Так, накладываю другой. Не надо так достать. Можно жарить и по одной, не смазывая. Вот так получается, надувается. Оп. Перекинул. Сейчас поджарится. Сниму. Это по одной. Вот положила по одной. Тогда не надо маслом смазывать. Без масла. Вот так. Жарится, порог идет. На сухой сковороде. Ну вот уже какая стопка лавашей. И большеньких чуть, и меньшеньких. Все аккуратненькие такие. Вот там малютки такие. Таки. Таки. Все пригожие. Теперь жарю по одному. Мне даже так больше подобается. По одному. Не надо и маслом, лишнее масло пичкать. Потому что и так в тесте 2 лыжки. Вот такие трубочки с начинкой, с пекинской капустой, с курочкой, с колбаской, с майонезом. И соусом специальным.